Сегодня в 11 часов администрация Уфы проводит торги по продаже в собственность нежилых помещений. Всего участвуют 10 лотов общей суммой более 117,5 миллионов рублей. Среди объектов нежилого фонда – помещение подвала, первого и цокольного этажей, трехэтажное нежилое строение, а также оборудование котельной. Цены варьируются от 171 тысячи рублей до 33,5 миллионов. Земли расположены в разных районах города – в Октябрьском, Ленинском, Калининском, Кировском, Советском, Демском и Орджоникидзевском. Итоги торгов подводятся конкурсной комиссией в день проведения аукциона.